Ну и зачем ты меня сюда притащил? Так, сейчас, постой там, не шевелись, постой там. Так, цветочки, вот это все отсюда, ага. Так, сейчас ты у нас цветочная королева, сейчас будешь вот так. Стой здесь в кругу цветов и не выходи оттуда. Просто, просто прелесть. Пацаны, дружно все сюда, и давайте поздравим тёлочку, единственную в нашем городе, с 8 марта. Все сюда, давайте дружной компанией. Катя. Мы сегодня с пацантре решили то, что, учитывая, что ты единственная баба на сервере, ну, в смысле, девушка, единственная девушка на сервере, то мы тебе должны сделать подарок. Поэтому сегодня, в честь такого невероятно прекрасного праздника, как дня единственной майнкрафтерши в моей семье, ну, то есть тебя, мы с подписчиками, вот не дадите мне соврать, последние где-то 2-3 недели на стримах, которые у меня во вторник, четверг, субботу в 7 вечера, мы каждый стрим готовили для тебя подарок. И наконец-то тот момент наступил. Но, Кать, перед тем, как я тебе отдам этот подарок, мне нужно, чтобы ты здесь потусовалась с моими вот этими кентами в деревне примерно минут 7-8. Я пойду подготовлю подарок и потом сразу же вернусь и позову тебя, хорошо? У меня несколько вопросов к тебе. Первый, это когда вы успели познакомиться с пацантрой, почему он крутится как ненормальный? Ну, второй. А второй вопрос, какие 7-8 минут, ты 3 недели готовился и чё, зачем? Ну, потому что, ну, как бы, ну, вот так получилось, я все сам, ну, как, иногда не сам, иногда с подписчиками, ну, не вникайся, пожалуйста, в подробности, я сейчас вернусь и сразу тебе все покажу, хорошо? Слишком все невнятно и странно, а мне из круга цветочного выйти можно? Нет, стой в круге. Ладно, стою. Все, я приду, чтобы ты там и стояла. Ладно, договорились. Я приду и проверю. Кошку спаси с крыши. Кошка! А это новая кошка, я не видел ее раньше. В смысле кошку спаси с крыши? А что там забыла? У меня в детстве кот с 5-го этажа упал. И знаешь, выжил. Если она отсюда упадет, то точно выживет. Все, я сейчас приду, давай. Подарочки, подарочки на день тёлочек, девушек, вот. Ну а пока я плыву домой, пацантре, прямо сейчас давайте поздравим в комментариях всех наших чикуль майнкрафтерш с таким прекрасным днем всех женщин, мадмуазелей и девушек. А я буквально через секунд 10 всем вам покажу того самого монстра, которого я строил примерно часов 10. А то и 11. У меня руки уже начали отказывать, пока я его строил. Пожалуйста, не кричите в комментариях так, как будет кричать Катя, когда его увидит. Потому что вот это просто шок в первую очередь для меня. Я плыву как раз таки вот так лицом к вам, чтобы вы не успели увидеть, что же я здесь построил. Фух. Ну, все же знают то, что мы с подписчиками строили Эйфелеву башню. Только не построили не башню, а огромный гигедон. А я его перестроил. Но я его так сильно перестроил, то что из этого всего получилось вот это. Святая мать всех французов! Это... У меня даже слов нет, чтобы описать вот это чудо природы. Давайте я даже немножко дальше вот туда отойду. Вот туда, на вот этот остров. Даже у меня дух захватывает, когда я смотрю на эту Эйфелеву башню. Я в нее вложил не только всю свою душу, все свои силы, все свои ресурсы, которые у нас там были. Я вложил в нее частичку своего сердца. И если Катя не офигеет, когда ее увидит, я ее выгоню из нашего дома. Поэтому я надеюсь, что она все же офигеет. И с этого момента официально заявляю то, что это самое высокое здание в нашем городе. Ну, конечно же, подарки на этом не заканчиваются, потому что также последние два стрима я путешествовал по Эндермиру. И нашел вот эти нереально офигеть какие зачаренные вещи, которые я наконец-то прямо сейчас подарю Екатерине, и она перестанет выедать мне весь мозг то, что у нее нет нормальных зачаренных вещей, а у меня якобы есть. Но она не учитывает то, что я уже где-то серии 30 бегаю без трусов. Заберу фейерверки, заберу мисочки, заберу вот эти цветочки, которые я добыл до начала этой серии. Так, где мои крылья? Сейчас нужно залететь туда наверх и оставить вот там тот самый подарок, который прямо сейчас у меня находится в инвентаре. И
Машкины матрешки. К сожалению, лифт я еще не успел построить, но в принципе мне кажется, что он здесь и не нужен. Вид, конечно, отсюда открывается божественный. А вот здесь, за этой дверькой, как раз таки будет находиться комплект брони для Кати, чтобы она уже перестала бегать в своей черной броне. Красота! Да и только! Если кто-то и будет зацелован в конце этой серии, то только я. А сейчас, вот зачем мне нужны вот эти цветочки, вот зачем мне нужны вот эти мисочки. Я раз 10 офигел после того, как узнал то, что нельзя скрафтить зелье слепоты в Майнкрафте. Ну, просто нет рецепта. Поэтому я буду прибегать вот к такому методу. Покормив вот эту коровку вот этим самым цветочком Хаустония серая и выдаив из нее загадочное рагу, оно будет давать мне эффект слепоты. Ну, ты понимаешь, да, к чему я клоню? Сейчас мы заварганим супчиков так 30, и Катя будет их пить по дороге домой. Ну, мне кажется, то, что такого количества должно хватить. А сейчас отправляемся к Екатерине. Наконец-то! Я тут сутки почти стою! Да какие сутки? Цветы завянут! Какие сутки? Даже 10 минут не прошло! Чё умничаешь? Вытащи меня из этих цветов, блин! Так, хорошо, все, давай, выходи. Ура. Пошли, 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 пошли. Только перед тем, как мы пойдем, держи вот эти все загадочные супчики. Твоя, Кать, задача бухать их до того, как мы придем домой. Вот, то есть, ну, этот... Чего? Эффект от загадочного супчика длится примерно 7-8 секунд. А зелья слепоты, к сожалению, нет в Майнкрафте. Его нельзя скрафтить. Вот, поэтому все это время ты сейчас будешь бухать вот эти супчики. Подожди, то есть хочешь сказать, что мне каждые 7 секунд нужно выпивать этот суп? Да, да, вот каждые 7 секунд этот бухаешь супчик. Подожди, так я могу просто глаза закрыть. Зачем весь этот бред? Нет, ты каждые 7 секунд просто будешь пить супчик, я тебе не доверяю. Просто иди и пей суп, чтобы у тебя была слепота. Пошли. Да я честное слово, закрою глаза, да ну это бред какой-то пить постоянно этот суп, то я не выдержу, ну ты... Просто пей суп. Все, когда мы... Когда начинать-то? Я тебе скажу, когда начинать. Когда будем приближаться, начинай бухать суп, давай. О, господи, это самое лучшее 8 марта в моей жизни. Конечно, мне кажется, любая девушка мечтает о том, чтобы обухаться на 8 марта супчиком рыбным. Да, такое. Так, интересно, что же ты мне подаришь? Подожди, я сама угадаю, не говори ничего. Так, это, наверное, много-много воздушных шариков с гелием. А, ну нет, это бред какой-то. Может быть, новый сет брони какой-нибудь необычного цвета из-за полярья. Нет, это тоже бред какой-то. Может быть, тогда просто новую скамейку в нашем огороде. Нет, тоже бред. Бред. Ну что ты мне подаришь? Ну скажи. Хотя нет, не говори, пусть это будет сюрпризом. Я тебе не собирался говорить. Да, пускай это будет сюрпризом. Вылези из лодки, я тебя повезу. Пошли, ой, давай. Ой, какой джентльмен, посмотрите на него. Ты смотри, ты чё такая радостная? Я ещё даже тебе подарок не сделал, ты уже радостная. Ну, так это самое, я в предвкушении, предвкушении. Всё, начинай бухать супчик, Серьезно? Да, все, бухай суп, ты ничего не видишь, да, я вижу эффекты, ты слепая. Тарелку выбрасывать буду. Слепошарая. Так, да, мы подплываем. Бухай. Как только он заканчивается, сразу же бухай. Что? Эй, кошмар, я уже вторую тарелку выпила. Пей, я тебе скажу, когда прекратить, пей. Сейчас, подожди, третья пошла. О, я начинаю видеть, а ты давай, чтобы не видела, пей. Ау, я уже не могу пить, потому что я не голодна. Аберра, так глаза, закрой глаза, так и быстро закрой. А, закрыла, честно, я закрыла, я не смотрю, правда, не смотрю. Ты, если посмотришь, это последнее твое 8 марта в этой жизни будет. Все, я опустила голову вниз, я не вижу, я вижу только дно лодки. Молодец. А, Кать, сейчас я тебе скажу, когда вылезать. А, только смотри вниз, да, никуда не плыви, обратно возвращайся. Прямо, Кать, прямо плыви. Всё, вылезай, только вниз смотри. Смотрю вниз.
Так, смотри в пол, пошли за мной, пошли, о, пошли. О, все, я могу супчик кушать. Так, все, замечательно, тогда подойди сюда, остановимся здесь на мосту. Давай, подходи, подходи, подходи. Вот сюда? Да, 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 еще немножко вперед. Короче, ага. Смотри, сейчас разворачиваешься на 180 градусов, пьешь супчик, как только эффект заканчивается, поворачиваешься и смотришь, ну, ты там уже дальше все сама увидишь. Ой, надеюсь, это что-то годное, оно мне пригодится в жизни. Пригодится, пригодится, давай. Все, давай, раз, два, пью. Поворачивайся, так. Поворачивайся, поворачивайся, все, 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 смотри, просто смотри, просто смотри. Так. Ой, мне так страшно, так волнительно, так страшно, так волнительно. Ёпрсете. Что за ля пари? Ля пари де ля Франце. Так это ж был Дигидон, пеструн. Это был пеструн, но я на это пол жизни угробил, чтобы построить эту чертову Эйфелеву башню. Все мои нервы просто съело. Я тебе бы сказал, сколько я часов ее строил, но я лучше промолчу. Да это капец, как похоже, ты как это сделал? Да, оказывается, я у тебя еще и строитель тот. Ну, кроме аквариумов, конечно же. Я перестрою аквариум следующей серии. А можно поближе посмотреть? Можно, пошли, давай. Подожди, подожди, я надену крылья. Подожди, подожди, крылья, сейчас мы вместе туда полетим. Давай за мной сначала. Ай, блин, не даешь посмотреть нормально. Это самая высокая точка, ну, в принципе, логично, как ты понимаешь, в нашем городе. Я сомневаюсь, что когда-то в этой жизни я смогу построить что-то выше, чем вот это. Разве что, если я на следующий Новый год тебе там Бурдж-Халифу построю из Дубая. Ну да, именно это ты и будешь делать на следующий Новый год. Вряд ли я буду строить Бурдж-Халифу. Я и с этим уже заколебался, когда строил эту башню. Все, давай, подходи вот сюда ближе. А здесь за вход платить надо? Тут нет входа. Ну, типа, тут лететь надо вот туда, на самый верх. Поэтому мы сейчас как раз-таки на крыльях туда и полетим. Офигеть. А мы вот тут с тобой ходили, вот тут и вот так вот смотрели наверх. Вот так вот. Да, на ее день рождения 14 февраля мы с Катей отправились в Париж и вместе впервые в жизни увидели настоящую Эйфелеву башню. А сейчас у Кати есть собственная на 8 марта. Да, я, конечно, в таком шоке, что аж солнце село тоже. Кошмар. Хочу уже побыстрее посмотреть ее наверху. Пошли, тогда отправляемся наверх. У тебя есть фейерверки? Нет фейерверка. Ну тогда пошли, я тебе дам. Держи немножко фейерверков и взлетай туда наверх. Только, Кать, пообещай, как только будешь наверху, не открывай никакие двери. Хорошо? Почему? Я тебе потом сам все покажу и открою. Давай, полетела, куропатка. Эй, сегодня 8 марта, не обзывайся. Хорошо, вот это моя дорогая, прекрасная куропаточка. Да. Офигеть! Она огромная! У меня пульс подскочил! Какой пульс подскочил, Кать? Мы в Майнкрафте, здесь тебе страшно не должно быть. Романтично-то как? Романтично очень, главное не разбиться... А! Ой, вот я здесь. Так, Кать, спасай меня здесь наверху! На каком верху? Я именно так, я выше, я... Ты там? Да лови меня! Ой, ты что, дурачок? На меня прыгать-то, ты ж тяжелый. Так, давай спускаемся вот туда вниз, падай, 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 вот туда. Там смотровая площадка, ой. Вот здесь, да. Сюда подойди. Смотри, какие здесь прекрасные виды. Золотой сральник. Да, он таким, он таким маленьким сейчас кажется отсюда. Ты понимаешь, что когда мы его с тобой построили... Ну, ты построил? Да. И когда мы на него с тобой вместе смотрели, он был просто огромный. А потом, когда я построил маяк, я такой, это самое высокое, что здесь есть. А сейчас башня, которая в раза 4, а то и в 5 больше, чем вот тот писюлька, вот этот маяк маленький. Слушай, какому дьяволу ты душу продал, чтобы это построить? Скажи, пожалуйста. Я никому душу не продавал, я просто у тебя очень сильно талантливый и умею строить. О, а что это за дверь? А, так, там, подожди, 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 стопэ, стопэ, отойди, отойди, отойди. Да! Я не успел тебе еще главный подарок подарить, ты уже обкакалась от счастья. Ты зачем сказал мне отходить? Ну, в смысле, отходить немножко, а не падать с башни. Зато я впервые в жизни упала с Эйфелевой башни. Прилетай сюда, я тебя здесь жду! Ты такая маленькая там снизу. А вот сейчас уже большая. Вот сейчас вообще большая. Вот сейчас уже огромная. Только не разбейся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты где? Спустимся. Спустимся аккуратно. Слушай, опасно на самом деле. С нее грохнуться на раз-два. Все, пожалуй, отойди немножко, но не туда вниз. Хорошо, вот стой, стой там, стой здесь, стой, стой. Обернись на меня.
Короче, Катюха, не только я, а все подписчики, которые прямо сейчас смотрят этот ролик, все пацантры и даже все пацантрессы давно готовили тебе этот подарок, который находится здесь, за этой дверью. Поэтому... Подожди. А не подписчики мне готовили подарок? Ну, не подписчики тогда, получается, не подписаны на канал. Ну, тогда... Тогда надо подписаться, чтобы быть подписчиком, чтобы можно было меня поздравить. Ну, есть, конечно, в этом какая-то логика. Ну, короче, заходи. Это... Я в эти игры не играю, спасибо. Зайди внутрь, здесь нет никакого троллинга, здесь нет никакого проклятия несъемности. Это настоящий подарок тебе. Иди посмотри, какие там зачарования. Подожди, почему я должна тебе верить? Сколько раз я уже надевала проклятые вещи? Тыква это, бронька это. Ага, так ей поверила. Пожалуйста, просто пойди и посмотри, на что зачарена эта броня. Все, это все, что я от тебя хочу. Просто посмотри. Алмазный нагрудник, починка, защита 3, прочность 3. Чего, ёпрысы, ты кого? Ты кого ограбил? Я это не надену. Я никого не ограбил, я тебе говорю, мы с подписчиками очень долго готовили вот этот сет брони. Кав... Да я не верю, починка, прочность 3, защита 3, окей. Каждая вещь в этом комплекте брони добывалась лично мной и подписчиками на стримах. Мы готовили этот сет примерно 2 недели, законным путем. Я хочу пересмотреть эти стримы. Ледоход 2, это я буду морозить лед? Это ой, будешь, воду? Вот это да, ты будешь, вот это холодное сердце по воде ходить. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь этот мир из твоих грез. Чего-то там я дальше текст не знаю, но она поет так, будто сейчас родит ежика. Спасибо. Ты, может, наденешь эту броню уже в этой части, пожалуйста? Ой, пирогу. Ладно, как там надо быстро надевать? Правый кнос, сними свою эту черную шпионскую броню и надень мою, пожалуйста. Сейчас, секунду, это забери себе. Это вот тоже забери себе. Давай, это давай, мне больше давай, не пригодится. Давай. Вот так. Да зачем вот ты так обратно манекена надеваешь? Да как надеть-то быстро? Правой кнопкой, но только на себя, а не на манекен. Да как? Все? Получилось? Все! Ядрить капусту, вот эту вот чеснок этот стоящий в углу просто. Просто ты мне уже все... Полетели! Куда полетели у тебя? А я ж без крыльев! Да иди ты впей! Ты сама крылья не надела, я-то тут при чем? Ты меня опять за мануху эту вёл. Да... Так вот, да, это сделано для того, чтобы ты перестала высасывать мне мозги каждый раз и говорить то, что у тебя такая зачаренная броня, у меня ничего нет. У тебя броня в 98 раз лучше сейчас, чем у меня. Я могу ходить по льду, это же просто... Отпусти... А, это было уже. Это было уже, ну, это ладно. Было. Подожди. То есть ты хочешь сказать, что ты реально нашел книги на починку? Да, ну как бы я там немножко пообманывал жителей соседней деревни. Ну, как, ну да, это все законно, да. То есть у тебя каждая вещь в комплекте брони зачарена на починку. Все, я тебе, вижу. Тебе больше никогда в жизни не нужно будет ее ремонтировать. Ты понимаешь, что у меня на 8 марта подарок, можно сказать, лучше, чем на день рождения? Я тебе на день рождения в настоящий Париж сводил! Ну, я имею в виду в Майнкрафте подарок. Ты очумела, мать! То есть, да, иди ты в сраку! Да я имею в виду, что в Майнкрафте, а не в реальной жизни. Ты чё это, обижаешься-то? Да никто не обижается. Все, ты довольна своим подарком? Я очень довольна. Фу, слава яйцам. Куриным. Конечно, куриным. Кому же еще, каким же? Слушай. Пойдем к Каролине поднимемся. Надо возле Каролины встать, у меня к тебе кое-что есть. Разговорчик небольшой. Каролине. Какой разговорчик? Не пугай меня, пожалуйста. Главное возле Каролины встать, чтобы эффектно получилось. Хорошо, давай тогда возле Каролины. Каролина где-то у нас вот здесь находится. Вот, да, вот там. Привет, Каролина. Все. Да. Иди, я тебя зацелую. Все, спасибо, да, спасибо, да, все, спасибо, все, обсосала все лицо, все, пока.